Хотелось бы сегодня найти печёночницу. Здесь дубы? Много дубов. Очень много. Старых, молодых, разных. Хотелось бы найти печёночницу. Здесь я ее раньше находила. Если получится, покажу вам, что я имею в виду. Что это за грибка такой. С таким еще и названием интересным. Ой. А теперь смотрите. Это и есть этот самый гриб печёночница. Почему же печёночница, да? Растет она в основном на дубах, у подножья дубов, как это. Конечно же, она похожа на печёночницу цветом, консистенцией. Вот так смотришь со стороны, ну, реально как печёнка, самая настоящая. Вкус, конечно, да, вкус не похож. О вкусе нужно говорить отдельно, и я думаю, стоит попробовать. Просто этот гриб, чтобы понять, какой вкус, так его передать невозможно. Ну, а пока просто смотрите, как она выглядит. И сами можете сравнить ее с печенкой. Мне похоже.